лучезарная Ирина Шевченко, многократный призер российских и международных фестивалей, зарядила участников мастер-класса своей энергией и любовью к данному виду танцев. Разучивая с девушками элементы, она каждый находила свой особый подход, что в итоге привело к блестящему результату. После мастер-класса нам удалось пообщаться с Ириной. Она поделилась с нами секретами о данном танце. Самое главное, мне кажется, это необходимо действительно любить то, что ты делаешь. Потому что только когда ты действительно чувствуешь музыку, чувствуешь песни, да, чувствуешь ритм, можно раствориться полностью в этом танце. Да. Здесь самое главное именно понимать цель. Да, понимать, что ты хочешь получить от танца в целом, и уже развиваться, двигаться вперед